Казанский университет откроет образовательный научно-клинический центр в области стоматологии. Подробности далее. С 2013 года Институт фундаментальной медицины и биологии готовит будущих стоматологов. Студентам предоставляется помощь в получении практических навыков. Однако до недавнего времени возможностей для проведения клинических исследований было недостаточно. У нас есть ординатура по стоматологии. Мы столкнулись с тем, что, да, научные исследования лабораторные на той базе, которая есть, мы можем делать, но научные исследования клинические стоматологии, так сказать, это нужна своя база. Новый образовательный центр откроется в здании бывшей поликлиники соцгорода. Директор института рассказал, что будет находиться в клинике после ремонта. Там будет располагаться весь перечень стоматологических услуг в рамках лечения. Там будет образовательный процесс для студентов-стоматологов и ординаторов-стоматологов. И там же будут вестись уже клинические научные разработки новых методов. Помимо этого, в научно-клиническом центре для населения будет доступен прием на коммерческой основе и в рамках обязательного медицинского страхования. Ариадна Кугушева, Универньюз.